Итак, друзья, в интернете заходит новый тренд заработка без вложений. И скажу вам, что зарабатывать так легко еще никогда не было. Появился новый мессенджер, похожий на Skype. Только Skype нам не платит за то, что реклама идет в Skype. А в этом мессенджере, вот так вот он выглядит, мы получаем доходы с показов рекламы и получаем доходы со своей структуры, то есть с тех людей, которые пришли по нашему приглашению. Значит, что нужно сделать? Я сейчас сделаю подробную инструкцию. Значит, первое, взять ссылку, пройти на страничку, которая откроется по этой ссылке. Здесь у нас есть кнопка «Присоединяйтесь». Нажимаем на эту кнопку. Регистрируемся здесь. Вставляем пароль, так как логин у нас уже есть после того, как мы вставили электронную почту. Можем поставить, в принципе, любой логин, но если нас устраивает логин, как в электронной почте, оставляем его. Придумали пароль. И внизу нажимаем «Создать учетную запись». Значит, после того, как мы нажали «Создать запись», у нас открывается окно, в котором у нас есть кнопка «Скачать программу». То есть, если мы ничего не трогаем, не нажимаем, у нас она идет на автоматическое скачивание. То есть, мы его здесь сохраняем. Вот, скачивается он очень быстро. Нажимаем на него и устанавливаем себе на компьютер. Значит, здесь у нас есть подробная инструкция. Вот у нас открылся загрузчик. Мы нажимаем кнопку «Далее», и он у нас скачивается и устанавливается. Дальше что мы делаем? Мы на этой страничке нажимаем. Значит, после того, как мы установили приложение, нам нужно нажать вот сюда на значок WUWAP. И здесь вставить нашу почту, которую мы указывали при регистрации, и указать пароль. И в открывшемся окне, после того, как мы нажали на вход, значит, мы настраиваем здесь свой профиль. То есть у меня он уже настроен, но я покажу, что нужно делать. Здесь мы меняем, мы ставим здесь свою фотографию. Значит, смотрим свои данные, заполняем, да, то есть, чтобы было все тут, дата рождения, там, имя, фамилия, там, и так далее, часовые пояса, то есть, ну, все как в Скайпе, то есть, ничего сложного. Значит, дальше, что нужно будет сделать? Вот здесь у нас есть раздел «Доходы». Вот он у нас. Мы нажимаем сюда, и вот здесь нам нужно активировать «Advertise.me». Значит, включаем. Нажимаем здесь, вот, и у нас в начале будет вот эта вот функция 70% для мобильных устройств, она будет выключена. То есть мы сможем зарабатывать 30% всех доходов от сети за счет функции. Значит, чтобы активировать у нас на все 100%, нам нужно скачать мобильное приложение на наш с вами телефон. Значит, здесь есть возможность скачать как на Android, так и на Apple. То есть можно на телефон, на iPad, роли не играет. То есть как только мы установим мобильное приложение, мы получим полностью 100% дохода от нашей сети. И дальше мы приглашаем сюда новых пользователей. Сделать это очень просто. Достаточно нажать на увеличить доход. Тут написано увеличить доход, можно пригласить новых пользователей. Нажимаем вот сюда. Здесь мы можем отправить контактам на gmail.com, поделиться в соцсетях и так далее. То есть вот здесь вот у нас внизу, очень важно, да, когда мы нажали «Пригласить», у нас вот здесь внизу есть по центру. Вот скопируйте ссылку на персональную страницу и отправьте ее знакомым. Вот здесь нажимаем «Копировать», вот здесь нажимаем «Ок», вот она у нас выделенная. Правой кнопкой копируем, вставляем в текстовый документ, да, в те тексты, которые мы будем давать нашим контактам. И отслеживаем здесь свои доходы. Вот сверху
в левой стороне есть доходы, то есть сеть, да, количество новых приглашенных, доходы, которые мы получаем, то есть каждый день мы получаем от каждого пользователя нашей сети от 1 до 3 центов. То есть, имея сеть порядка 1000 человек, можно зарабатывать спокойно $300 в месяц. Причем не надо ничего здесь рассылать, какие-то чужие объявления, просматривать какую-то ерунду. Здесь просто берешь свою ссылку, даешь людям, люди регистрируются, делают то же самое. Твоя сеть растет, и ты получаешь очень хорошие деньги. Деньги здесь можно выводить, нажав на кнопку «Вывод средств». Здесь, значит, доходы выводятся, начиная с $2. Здесь мы выбираем, куда мы хотим потратить, либо вывести деньги. Да, мы можем потратить эти деньги на благотворительность, можем оплатить услуги связи, можем оплатить, можем вывести на свою банковскую карту, также можем вывести на платежную систему PayPal. И также можно вывести на свой банковский счет, можно вывести переводом. То есть сложного здесь абсолютно ничего нет. Пользоваться им очень просто. Значит, здесь у нас есть точно один в один, как в Скайпе, все настройки. Здесь можно создавать чаты, добавлять пользователей, общаться видеосвязью, групповые звонки в чаты, видеосвязь, то есть полностью весь функционал, который есть у нас в Скайпе, есть также в этом приложении. То есть все настройки полностью здесь можно их настроить, убрать там звуки лишние и так далее, и так далее, и так далее. Также здесь у нас есть персональная страница, которая будет у каждого из вас. Ее здесь можно настроить. Здесь есть у нас ссылка на эту страницу. Мы можем загрузить сюда свое видео, авторское, или выбрать одно из, один из роликов, которые есть на YouTube. Сервис абсолютно новый, еще не раскручен, и сейчас пойдет волна, поэтому советую всем быть в тренде, быть в начале развития данного сервиса, потому как на сегодняшний день он работает, в отличие от Скайпа, даже на самых низких скоростях интернета. Это очень важно, то есть здесь нет никаких глюков, он не зависает и очень удобен в использовании. Здесь можете добавить свой заголовок, можете вставить описание, то есть свой текст, да. Вот здесь нажмете кнопочку, чтобы у вас зеленая кнопка появилась «Да», для того, чтобы абсолютно любой пользователь мог присоединиться в данный сервис через вашу личную страницу. Поэтому добро пожаловать в команду WUWAP, добро пожаловать в новый мессенджер и удачных вам доходов!